4 угла. Раз, два, три, 4 угла. 4 человека выйдут сюда на татами. Возьмут пояс. Четвертого мы будем показывать вдвоем. Каждый смотрит, где его угол. Thank you.
Погоди. Yeah.
Старайтесь выполнять те, которые показывают вам.
Свободное место у всех работает, достаточно пространство. Ноги поставите линия. Вытягиваете вверх, ноги даже поднимите. Наклон вперед, голова назад. Достань колени. Руку уже коснулся колени. Стоим в этом положении, ноги вместе. И не отпускаем руку, нужно коснуться колени. Не встаем. Пока я не скажу стоп, все касаются руку колени. Хорошо, пристаем. Теперь присели на одну ножку, приподняли вторую ногу. Баланс надо нет. Хорошо, взяли ногу и постарались ее в сторону выкинуть. Хорошо, теперь другой ног. Взяли и постарались ее в сторону. Колени мы их все готовим. Руки разыграются, вытаскиваем. О, молодец, смотрите. Ой, какой молодец, какая хорошо. Хорошо, молодцы, приподнимаем вверх. Я тут сразу же делал, что перечить помогали. Колечки прямые, садитесь поперечить. У кого хорошо получается, переносите на локти. Хорошо, сели это положение. Поднимусь вперед. Значит, кто первый уровень касается головой, то получается касается ноги. И в этом положении у кого хорошо получается, то есть можно серьезно дополнить руками. Поставить на пол.
Есть такая игра. Замри. И родители. Я давай, надо закрыть. Еще за секунду вы повисаете на облаке. Все расслаблено. Каждый дышит расслаблен. Все эти Пойдемте, обязательно. Давайте, да. Старший, где два?
нормально. Пойдем. Они высказываются.